Совсем недавно. Вот здесь внизу течет. Вот. Ну, опять же, там сдулась. Вся краска сдулась. Вся краска, вон она отлетела. Да. Вот. И стоит-то всего 4 года. 4 года? Да. Но зато говорят, что хороший радиатор и фар. А никто не верит. Вот именно. Вот она я... у вас, кстати, и вот здесь также начинает. Дайте мне ножик, я попробую. Радиатор псевдобиметалл. Вот он, рефар. Снаружи выглядит... Мы покупали, знаешь, где? Где магазин Аладдина, там вот внизу-то, в Аладдине. А, в строительном вот. Магазине? Да, да, да. Надо им сказать, что больше не продавали такие радиаторы. Сейчас я... Всего, ты говоришь, 4 года. Здесь вот тоже вздутие краски пошло. Угу. Вот оно. Блин, она закрыта хоть? Закрыта. Закрыта? Закрыта, закрыта. Закрыта. Аж облила. Была, значит, вода там. Облила. Тоже вон дырка. Угу. В общем, в коврове начался отопительный сезон. И принеслась. Перифар и бейс начали, как подснежники у людей. Вот они мне сказали, говорит, ты нас первые вызываешь. Ну да. То ли еще будет. То ли еще будет. Очень хорошо зимой. Ну да. Это хорошо еще, вы были дома. У вас какой этаж, скажите сами? Девятый. Девятый этаж? Да, вот все бы тут вот, могли. Да, с девятого по первый пролить. Бабушке, пенсионеру выплачивать потом. И снизу. А началось-то вот отсюда. Я подумала, что вот эта подмотка плохая. А я сейчас этот там ткну тоже. А Игорь пришел, подтянул и говорит, это американка, он сказал. А потом... Нет, это не американка. Я сегодня стала смотреть. А краска, я говорю, ну все. Хоть и старый, но что-то немножко соображает. Скажи, как? Вот она. Вот она, дырочка. Я уж вот поставила, кстати, не убираю. Вот я она. Я сейчас Игорю позвоню, чтобы они пришли. И она закрыта. Закрыта, закрыта. Это остатки воды. Остатки, угу. Так, а я вчера пришла после Игоря, часа через два схожу. У меня вот такая лужа на полу. Я скорее за тазиком. Так, она здесь только в одном месте так начала сдуваться. Что-то тут тоже вот непонятное. Но это навряд ли. И вот. Так что вот так вот. Рефары. Продаете вы такие радиаторы на центральное отопление, которые не являются биметаллическими. И люди потом страдают от них. Так, еще раз покажу. Вот написано. Рефар. Рефар. Вот дырка одна. И дырку снизу. Количество секций. Раз, два. 6. 3, 4, 5, 6. 6 секций. 6 секций, да. 9 этаж. И хорошо, что ты мне сказал про 7 секций. Ну чего было, 4-то стояло. Мало, да? Конечно. Куром насмех. Мало. Скажем так. Ну сюда на эту 7 это минимум ставить, а десятку обычно ставят. Да ну у нас тепло. Ну Игорь сказал, что да. У нас тепло. Так что вот так. Никому не советую ставить рефары бейс. Не повторяйте чужих ошибок. Учитесь на наших ошибках. Угу. Биметалл, рефар бейс – это зло.